Ребята из Вьетнама изъявили желание научиться жонглировать булыжниками. И, конечно же, они научатся. Начинаем делать вот так. Раз, два. Неправильно. Вы делаете вот так. Раз, два. А нужно раз, два. Раз. Вот. Работает. Раз, два. Вот. Очень способный ученик. Мо, хай, ба, вон. А теперь я. Мо, хай, ба, вон. Хорошо. Мо, хай, ба, вон. 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 Отлично. Тун мокон вай. О, ко-ко, ха-ха. Но, ты но тун мокон вай. Байме. Давай. Учись. Учись, учись. Давай. Раз, два. Отлики. Два в одной и один в другой. Вот так вот. Раз, два, три. Давайте. Пробуем. Раз. Из этой пошел руки. Два. Три. Пробуем. Два. И из этой руки выпускать не забывайте. Давайте. Раз, два, три. Есть! Все! Вы принцип уловили. Принцип уловили. Хорошо. Это у нас получилось. А теперь скажите мне, пожалуйста, какие-нибудь вьетнамские стихи, которые знают все вьетнамцы, чтобы я уже не просто вот так вот делал, читал русские стихи, а чтобы еще и вьетнамские у меня были в ассортименте. Когда еще раз я встречу вьетнамцев, которые не знают русского, согласитесь, для них это будет очень серьезный удар по психике. Подумайте пока, у нас перерыв.